закаты звезд. Я знаю, ты летишь над миром, крылатый всадник. Быть может, видишь старого безумца там внизу, лежащего без сил среди холстов и красок. Назначь ему последний день, ты слышишь, ангел? Тот день, который выбьют на гранитном камне, назначь, когда... Я ничего не слышу. Разве я просил тебя об этом, хранитель мой? Зачем в слабеющие пальцы ты снова кисть вложил? А, понял. Ты хочешь, чтобы я поставил точку на том холсте, что в день моего рождения мне подарил Господь 100 лет тому назад. Это же не точка, это глаз. О, Боже, я невзначай открыл незрячие глаза. О, Боже, чьи они, плывущие ко мне из глубины вселенной? Что снова ты со мной сделал, ангел? Исчезло время, все ушло куда-то. Один лишь холст остался между будущим и прошлым, между тьмой и светом, ты видишь? Он дрожит от нетерпения, холст. Он ждет, чтобы я его коснулся не кистью колонковой, нет, шалишь, чтоб сердцем я к нему припал. Открытым сердцем, трепещущим, как раненая птица. Лебединого крыла оттенок. Это ближе, ангел. И все же нет, не то, не то. Быть может, ландыш? Нет. А облако? Оно прозрачно. А если... Что, ну говоришь? Береза. Да. Березовая ветка. Вот. Глаза мне улыбнулись. Она нагрета теплым солнцем. И белая, как девичья рука. Ее рука. Да-да, я вижу, протянутая мне оттуда, из тьмы небытия, лишь белый луч бессмертия доходит. Он белый, белый, твой цвет, любимая моя. О, Белла, Белла, я вновь блуждаю по твоей душе, и ты опять моя невеста, березовая, белая моя. Я знал, что ты придешь. Твой день рождения сегодня. Помнишь? Поздравляю. Я думал, там, в стране забвения, меркнет память. Что ты, что ты? Наши души, блуждая между ангелов и звезд, земное притяжение ощущают. Я помню каждый миг, что нами прожит. Как будто все произошло вчера. 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 Мои глаза увидели тебя впервые. Вчера. Вчера ты мне свидание назначил? Вчера. В саду, где ночь дышала резедой. Я помню, заикался. Белла, Белочка, больше ничего не мог промямлить. А стихи, твои стихи, я унесла их в сердце. Вечер. Сад. Месяц. Ты. Сказка. Ласка. Резиды. Поцелуешь? Или обнимешь? Или скажешь? Отойди. Губит ласка. Любит вечер. Запах сада. Резиды. Но, между прочим, господин поэт, ты вел себя не очень-то прилично для первого свидания. Он сел близко-близко, за руку схватил и крепко так держал, не отпуская. А ты пыталась вырваться, скажи. Да я от дерзости такой.
окаменела. Ну, думаю, попался мне нахал бесстыдник сердцеед. Немало, наверное, головушек он закружил. А как ты ошибалась, милая? Ой, молчи, я знала всех твоих девчонок наперечет. Ой, следила. Mm-hmm. Ну что ж, не скрою, имел успех. Но только, знаешь, робок был в делах амурных. Ой, не ври, мне говорила Нина из Лиозна, что ты... Ой, Нина, Ниночка, ну целовались мы. Пришли к ним в дом, и вдруг родители ее нас поздравляют, как жениха с невестой. Да, я испугался и убег. Убег? Фу, как не стыдно. Ну, извините, гимназистка была. Сбежал. Но в ту минуту я именно убег. Прости. А Анюта, например, была такая? 4 года я по ней вздыхал. Она специально надевала облегающее платье, дразня меня фигуркой своей. И вот однажды, прощаясь у калитки, не знаю, как все это получилось, но, в общем, ой, я ее... поцеловал. Бесстыдник, ловила. И что же дальше было? Ты понимаешь, мой поцелуй вдруг оказался роковым. На следующий день ее лицо обсыпало прыщиками. Между прочим, ничего смешного нет. Ой, что она не делала, бедняжка? Травила их, морила, терла. Все напрасно. Грозилась, что убьет меня при встрече. Сказала, что я сгубил ее. Но тут, на счастье, актер заезжий подвернулся, и прыщики прошли, и замуж вышла Анюточка моя. А главное, что ты живым остался. О, вот тогда ты стал приударять за Теей. Ну да. Твоя подружка. Ты же знаешь, как рыбу фиш готовила она. И перчик там, и лист лавровый, и бурычок вокруг на блюде, зелень. Какой вкуснющий натюрморт. 7 пальцев было бы, и те бы облизал. Но мог ли я не полюбить твою подружку Тею? И каждую субботу, как часы, я был у них. И вот однажды... Да-да, однажды... Вечер, Тея занята, готовит ужин, а я лежу на кожаном диване, рассматриваю потолок. И аромат печеных тейгах с кухни мутит мне душу. Вот обжора! Нас 8 было, братьев и сестер. Я старший, потому всегда голодный. Прости, родной, я правда не хотела. Да-да. Да, так что же, о чем же это я? Ну, стареешь, друг мой. Говорил ты мне про Тею. Ах, да. Лежишь на кожаном диване, значит, и вдруг... И вдруг звонок. Отец ее. Нет, пришла ее подружка. Они стоят в прихожей и болтают. Я слов не разбираю, слышу только голос. Но почему тревожит он меня? Мне любопытно, кто она такая. Встаю с дивана, иду к двери, открыл ее. И что же? Ну, что ты спрашиваешь, милая? Ведь ты все знаешь. Открыл ее, и вдруг ее глаза. Вот эти. Удивительные. Черные. Большие, плывущие навстречу. И понял я. Это мои глаза. И смотрит на меня сейчас не просто девушка, не Тейна подружка, не Белла Розенфельд, а жизнь моя, моя жена. А я едва не прыснула от смеха, стоял передо мной, раскрывший рот, юнец взъерошенный, с пунцовыми щеками, с глазами, как у козлика, косыми. «Кто он такой?» – спросила я у Тея на следующий день. «Сын грузчика из рыбной лавки. А сам? Уж мерца у фотографа в учениках. Когда-нибудь он станет знаменитым и будет фотоателье Шагала на самой главной улице у нас». Как я ненавидел то, что делал. Я кисточкой замазывал морщинки, закрашивал веснушки, выпрямлял носы. Глупейшее занятие. Зачем мне делать почтенных старцев молодыми, всех одинаковыми на одно лицо, лишать их образа, подаренного Богом? Зачем? Глупец, за это деньги платят. Что? Ай.
Приходит к нам базарная торговка, например, и хочет стать немножко, знатной дамой. Ой, Вейзмер, на здоровье, что нам жалко, мальчик, дать людям то, чем их обидел Бог. На вывеске у Шмерца, между прочим, две медали. Он что угодно может сотворить. Вот вы, вы урод. У нас вы стоите красавцем, а вы потеряли глаз. Мы вам его найдем. И Шмерц живет совсем почти как Ротшильд. Что? Ротшильд имеет дом, прислугу, мебель из Варшавы и спит с женой на панцирной кровати. Чем плохо, а? Или ты хочешь, мальчик, на старости таскать, как Хацкель, твой папаша, бочки? Вонять на всех селедочным рассолом и рассыпать по синагоге чешую. Был праздник Шивот. Приехали мы к Шмерцу всей семьей. Я, брат мой Мендель, папа с мамой, он всех нас рядышком под пальмой усадил спокойно. Спокойно! Смотрим в стеклышко. Ага. Сюда. Сейчас птичка вылетит. Снимаю. Все, спасибо. Твое лицо в моих руках дрожащих. Я кисточкой своей не смел коснуться. Я ретушировал тебя губами. 100, 200, 1000 безумных поцелуев. И вылетел из фотоателье за порчу снимков знатного семейства. Мне ничего от вас не надо, Рэбби Шмерц. Вот кисточкой и тушь малюйте сами. Я проживу без панцирной кровати, лишь только в небо было надо мной. О, бедный, я вас одних оставил, звезды. Над городом печальным и веселым, над улочкой горбатой, над халупой старой, от сырости разбухшей, как картошка, упавшая в селедочный рассол. Сынок, о Божье наказание, где ты? То голос мамы, звезды ее дыхание доносят. Я слов твоих не слышу, мам, но разве я не знаю, о чем ты шепчешь застывшими губами? Я колыбель твою качала, сынок, когда-то. Ты пил меня по капельке, кровиночка моя. Так почему в ту ночь не ты, а звезды глаза мои закрыли? А я ждала тебя. Я слов твоих не слышу, мама. Но разве я не знаю, о чем ты плачешь, роняя слезы в снег? Сынок, да где же ты? Ищу, зову. Он опять на крыше. Когда за ум возьмешься, шалопай? Как смел я не приехать из Парижа. Ты так меня любила, так ждала.
А я? Так, пойди домой, переодень сорочку и гребнем причеши свои вихры, да смажь их погуще репейным маслом. А куда мы, мама? К Марголину, Исаку. В лавку скобяную. А зачем? Ты будешь помогать ему в работе. Я в лавке скобяной. Хвала Всевышнему, коль там возьмут тебя. Обучат делу и хоть раз накормят с приказчиками за одним столом. А что у них там на обед? Небось, дверные топоры, подковы, багры? Молчи, бесстыдник. Нет, мамочка, пожалуйста, не убивай меня. Да. У Шмерца нет. У Рубинштейна нет. К Марголину идти и снова нет. Когда же будет, да? Тебе отца не жалко? Нас 10 ртов. Он один на всех. Ой, Господи! Услышь мои слова. Не за себя прошу. За сына старшего, за Мордуха, рожденного в тот день, когда полгорода в огне сгорело. Ты уберег его кроватку. Ты сохранил младенцу жизнь, да будет имя твое благословенно. Так вразуми, Отец Небесный, беспутного мальчишку. Картинками одними сыт не будешь. Мам, мам, когда сажала она в печку хлеб, я подошел и тронул ее за перепачканной мукой локоть. Мама, спаси меня. Пойдем со мной. Вчера на Гоголевской я видел большую вывеску на белом фоне. Написано там было «Школа живописи». Мама. Школа живописи? Ты хочешь стать художником? Ты спятил! Ни за что! И вот идем мы в мастерскую. Уже на лестнице знакомый пьянящий запах красок. Портреты, гипсовые головы, картины. Что вам угодно? Спрашивает мэтр. Ой, вот... Не знаю, что с ним делать, господин учитель. Так. Вот его рисунки. Вот вбил в голову себе, что он у нас. Так. Да. О, определенно что-то есть. Вот жаль, а то бы не было мороки. А, но только как-то дико. Пристрастие к фиолетовому цвету. Все, небо, лица... Листья, все фиолетовые. Это же абсурд. Абсурд? А вот смотри-ка, мальчик. О, самовар стоять не может так, как ты его поставил. Он непременно вот так. О, упадет. Ты понял, мадам? Пошли домой, сынок. Нет, нет, мадам, ему учиться надо, и серьезно. Скажи-ка, мальчик, а почему не соблюдаешь ты законов перспективы? Как? Ты не знаешь, что это такое? О, ну-ка, пойдем, пойдем со мной, пойдем. Давай с тобой посмотрим из окна. Вот, видишь, улица, на ней деревья, видишь? Чем дальше от окна они, тем меньше. И люди уменьшаются в размере, по мере удаления от нас, а у тебя? Мне непонятно, мальчик, как твой устроен глаз. Ты видишь зорко, но не так, как в жизни эти предметы выглядят. Где улица, учитель? Где деревья? Дорогу вижу я. Шатры среди песков, евреев обнаженных, бредущих под палящим солнцем, из самого Мицраима в Израиль. Да что ж ты мелешь? Протри глаза и не позорь меня. Идут евреи в синагогу на праздник Песах только и всего. Сама дорога молится за них. Пылает небо, догорают свечи.
и половинкой неба. Диска луна выходит из-за тучи, глядит на всех большим прозрачным глазом. И вдруг она срывается с небес. О, Господи! И падает мне в руки, мама. Ой, ну ты балхоломец. Вот кто ты такой. Не скрою, чокнутый немножко. Ой, тебе бы на облаке бы жить, сынок. Вот было бы здорово. И к звездам ближе. Ой. С утра до вечера рисуешь и рисуешь. Рубашки просто не все на картинке разодрал. Пойди поешь хотя бы. Я холодец сварила. Из телячьей ножки, слышь? Илюши краской залепил. Ой, мама, мама, маленькая фея Гаита, одной тебе решался показать я, как прыгает через луну корова, как в синем небе танцуют петухи, причудливые сказки моих ночей бессонных. Когда купала ты меня в тазу, и голым я стоял перед тобою, скрывал я разве наготу свою? Стыдился разве я тебя, родная? Я весь перед тобой в картинках этих. Пойми хоть ты меня. Пойми. Вот улица наша. Вон лавка. А вон цветы. Красивые. Таких я не видала. А это кто? Ты не узнала? Дядя Юда. Летает. Парализованный старик. Уже с печки не встает, а ты... А я решил ему подарок сделать. За бороду легонько дернул, он взлетел. А это чей портрет? О, это... Местная наша знаменитость, наш гордость всей мешпохи нашей, великий парикмахер. Дядя Зюзя. Он самый. Бреет и стрижет всех витебских евреев. Но так пыхтит при этом, как будто пни корчует. Когда я подарил ему его портрет, он посмотрел на холст, потом на зеркало, подумал и сказал... Оставь себе племянничек на память. А дядюшка Израил и вовсе отказался, чтоб ты писал с него портрет. Я умолял его, мама. Мне так хотелось нарисовать его сидящим в синагоге, когда, раскачиваясь, он читает святую Тору. Он выставил тебя из дома. Ты грешник, нечестивец. Выбрось краски. Вот так он кричал. Ой, забыл. Негодник, что велел Господь, забыл Писание? А ну-ка давай-ка повторяй за мной вторую заповедь пророка Моисея. Не делай себе изваяний. Не делай себе изваяний. Вот. Того, что вверху на небе. Того, что вверху на небе. Того, что внизу на земле. Того, что внизу на земле. Того, что в воде. Того, что в воде. А. И того, что под землей. И того, что под землей. Я убежал. Я плакал. Я молился. Господь Всевышний, для чего, скажи, ты дал мне жизнь? Глаза, которыми я вижу, весь мир тобою создан. И руки, которые однажды вложил ты кисть. Я славлю красками. Все сущее вокруг, неужто грешен я перед тобой? И он услышал мои слова, Господь, мама. Ведь он не поразил меня небесным громом, не ослепил, не сбросил в бездну за богохульные слова. Он улыбнулся, мама, и сказал, излей лазурь души своей на холст. Излей лазурь души своей на холст. И все? И все. Это же благословение, мам. Как я снова бросился в работу. Я рисовал торговок, водовозов, нищих.
И был бы холст, и были бы краски, весь Витебск перерисовал. Послушайте, зайдите ненадолго. Сюда, пожалуйста, присядьте на минутку. Раскройте Тору, помолитесь. Вот так, вот так, вот так. Да, вот. Я дам вам 25 копеек за то, что вы немножко отдохнете. Вот он, молящийся старик. Подумать только, 25 копеек за то, чтобы посидеть на табуретке? Богач какой нашелся, посмотрите. Тебе я даю я деньги, чтоб ты обедал в школе, а ты чехотку хочешь заработать. Мама, а? Ну не ругай меня, я школу живописи бросил. Ой, Мишу Геневиале, Мишу Гоем, что я слышу? Ты ж головой об стенки бился. Да, и стукнулся своей головой о голову чужую. Поставил нам учитель гипсовую голову какого-то Вольтера, кажется. Ну вот, сидим, рисуем, я стараюсь, а все выходит криво. Чудовище какое-то с обвисшим носом, а вовсе не Вольтер. Я линейкой измеряю, карандаш, представляю, как учил он, все напрасно. Ну вот, сидим, рисуем, учитель ходит сзади, я чувствую его спиной. А нос проклятый этого Вольтера, совсем как полумесяц изогнулся. Ну тут я встал, взял кисточки и краски и вниз по лестнице. Глупец. Ну, на то он учитель, чтобы учить учеников. Что ему какой-то этот нос? Он бы его вмиг подмазал. Ну, ты ж видал его картины в мастерской. Какая красота. И ты б такие рисовал, когда б хотел учиться. Не хочу. Ты хочешь плохо рисовать. Мама, когда рисую плохо, это я. Зачем себя калечить, мама? Ой, сынок, плохой сапог никто не купит. И все твои картинки будут при тебе. Заборы, козы, самовары. Постой. А это кто? Чего молчишь? Скрываешь? Это Белла. Кто? Белла Розенфельд. Вот это новость. Ни отец, ни я про это ничего не знаем. Ты, может быть, на ней еще жениться хочешь? Да. Может быть. Да кто ты, а кто она, ты это знаешь? У этих Розенфельдов три ювелирных магазина. Я внутрь никогда не заходила, но на витринах, господи, и чего там только нет, и кольца, и браслеты, и камни драгоценные, мне, и серьги. Мне кольца не нужны, и серьги тоже. Да кто за тебя отдаст ее? Подумай! Ты чем накормишь ты ее у нас? Селедкой с луком. Послушай, мамочка. И слушать не хочу.
крыши. Семейная причуда. Ты деда помнишь моего? Ну, а как же? Его бывало ищет, а он сидит себе на крыше с улыбочкой блаженной и скрипочка в руках. Играл он скверно, еле-еле. Зато с душой. Однажды, помню, я к нему забрался еще ребенком и спрашиваю: дедушка, скажи, почему сидишь на крыше ты, как птичка-воробей? А дед мне улыбнулся и сказал: Яков, праотец наш, однажды видел лестницу чудесную во сне. Она стояла на земле, малыш, а верх ее касался неба. И можно, дедушка, по ней взойти туда? Конечно. Нужно только отыскать, где нижняя ступенька. Быть может, где-то здесь, на крыше. С тех пор ее-то ищешь. Да. Вот лестница! Смотри! Где? Я не вижу. Вот! Вот сюда! Не вижу, я ослеп! Вот! Первая ступенька! Остановись! Стою! А дальше? Когда ослабнут руки, когда от голода сведешь живот, когда ночное воронье тебя забьет до полусмерти своими клювами. Пугай, пугай, мне все равно не страшно. Я вижу город, там судьба моя. На улицах и площадях там сотни красок, шипящих и бурлящих, как вино. Там 10, 20, 30 тысяч художников со всех концов земли. И среди них один неистовый, который себе отрезал ухо, чтобы писать картины так, как Бог ему велел. Любимый, еле дождалась, пока отец уйдет из магазина. Какое счастье, мы наедине. Нет-нет, мы не одни, ты слышишь? Рядом дышит стена часов, отсчитывая время. Заливчато будильники смеются. И ходики ворчат, как старики. А я им сейчас скажу: остановитесь, замрите, стрелки, маятники, гирьки. И время остановится для нас. Любимый, говори. Я на четвертый день чуть не сбежал отсюда. Ты из Парижа? Голодный, без языки, никому не нужный. Я ночевал то под мостом, то в сквере, укрывшись до подбородка звездным небом. Голодный, без языки, никому не нужный, бедный. А днем выпрашивал у рыночной торговки пол огурца или рогалик сладкий. И я б давно вернулся, если бы не он. Кто? Лувр. Билет за 2 сантима. И предо мной открылся лик богов. Я как прикованный стоял перед Рембрандтом. Шарден, Курбе, Делакруа, Ван Дейк и Веронезе. Как мог я жить, не видя их, скажи? Великие, они не презирали бездомного мальчишку из России. Они показывали мне свои полотна. Они тайком молились за меня. А тот неистовый, который себе отрезал ухо? Он умер. Но на площади Мадлен в картинной галерее он мне сказал: Шагал, не ползай по поверхности земли. Переверни тот пласт, что видят все, и окунешься в первозданный хаос, в первоначало линий и цветов. Не ползай по поверхности земли. Я рада за тебя. Ты счастлив, Марк? Как без тебя могу я быть счастливым? Правда? Спроси любого из моих друзей, чье имя на устах моих и днем, и ночью. Когда б ты здесь была в моей
убогой келье я познакомил с ними бы тебя. Гийом Аполлинер с улыбкой неизменной, Фернан Леже и самый близкий, Сандрар. Художник? Поэт. Великий Белла. Лавина солнца, бедности и рифм. Врывается он шумно, как сирокко, в мою мансарду, гребя написанными только что стихами. И все крушит и валит в мастерской. Сандрар! О! Шагал, танцуй! Мы богачи! Мне в суаре авансик отстегнули. Зови ребят, мы будем пировать. На ужин будет только буква А. О-ля-ля. П? Нет. С. С. Салатик. Салатик. Сыр пикантный. Сыр пикантный. Соус. Соус. Спаржа. Спаржа. Филе свиное. Что я натворил? Мой бедный иудей, хрю-хрю тебе нельзя. Но нас, безбожников, помилуй и прости. Да оторвись ты от бумажек, слышишь? Опять, небось, невесте шлешь стихи. А ну-ка, давай-ка на кухню живо, я с нею без тебя поговорю. Бонжур, мадемуазель. Бонжур, месье Сандрар. Ваш сумасшедший друг? Жених. Ах, да, жених, простите. Он все же сумасшедший. Привез нам из России невероятный город. Поверьте мне, Париж такого не видал. Футуристы, импрессионисты, машинисты. Все это, честно говоря, оскомину набило. И вдруг какой-то маленький еврей сажает скрипача на крышу. О-ля-ля! Равина в старом лапсердаке заставляет подняться в небо. Ну что за сумасброд, ваш Марк? А кошка с человеческим лицом, а голова, летящая навстречу солнцу. И так светло и радостно становится в душе, как будто цирк приехал, а ты в коротеньких штанишках и матроске, разинув рот, глядишь на эти чудеса. Он просто вам рассказывает сны. И в этих снах мы часто видим вас. Меня? Ну да, как сказочную фею, плывущую над крышами домов. Мы с вами познакомились давно. И я, и Модельяни, и Хаим Сутин, и Фернан Леже. Все, кто живет в огромном деревянном доме, похожем на пчелиный улей, где сотни келий мастерских для гениев непризнанных и нищих. Ой. И вот когда мы соберемся в мансарде у Шагала, и греки говорливые, итальянцы с гитарой, цыгане, русские, все наше братство, и вы, глядящие на нас со стен мансарды, тоже с нами. Я почитаю вам свои стихи про Шагала. Пардон, мадемуазель. О, про Шагала. Корову берет и коровой рисует. Церковь берет и ею рисует. Селедкой рисует. Ногами, руками, кнутом, головами и всеми дурными страстями местечка еврейского. Всей воспаленной страстности русской провинции рисует для Франции чувственности лишенной. Рисует всем телом. Глаза у него на заду. И вот перед нами портрет. Вот. Это ты, читатель, и я, и он сам, и его невеста, и молочница, и бакалейщик с угла. И каждый день творит он самозабвенно. И вдруг перестал он рисовать, это значит, спит он теперь. Браво! Шагальчик, а ну-ка, милый, расскажи, как на той неделе ты заработал свои 4 франка? Ой, Марк, родной, купили, наконец, твою картину? Увы. Поздравляю.
Увы, на вернисаже никто ни одного сантима не дал за мои работы. Кубисты нынче в моде, их берут охотно. Ну и пускай себе едят груши треугольные на квадратных столиках. А как же те 4 франка? Или соврал Сандрар? Смеяться будешь. Анекдот. Ну, говори же. Снимали фильм, нужна была массовка. Так. Я изображал ученика известного художника. Ну вот, накрыли нам чудесный стол на берегу большого озера, но мы уселись и стали взаправду уплетать. Вот уж когда наелся до отвала. Потом велели нам катать наших прекрасных дам на лодках. Я посадил свою натурщицу, сам сел за весла. А как грести, не знаю. Бью веслами, а лодочка не с места. Мадам хохочет, грозит мне оператор кулаком. Я чуть не плачу, ну что мне было делать? И вдруг одно весло с уключен сорвалось. Я перегнулся, чтобы его достать. Бултых, и мы с мадам в пучине. Ай, ну так тебе и нужно. Но все же мокрый и продрогший, я в кассе свои 4 франка получил. Ты весело живешь. Когда увижу я тебя? Когда? À chaque fois je te vois. Когда иду я, ты передо мной. Je te vois dans mon sommeil. Когда я сплю, ты передо мной. Je te vois dans ma tristesse. Когда грущу я, ты передо мной. Je te vois dans la solitude. Когда один я, ты передо мной. Nuit et jour, je t'entends. И днем, и ночью слышу я тебя. Je t'entends de la moindre bruit. В малейшем шорохе слышу я тебя. Je t'entends quand on m'appelle. Когда зовешь, слышу я тебя. Je t'entends s'il y en cesse. Когда молчишь, слышу я тебя. Французик мой, 4-й год пошел, как ты флиртуешь с Эйфелевой башней. Приехать обещал на праздник Суккот. Я собирался. А ведь нынче Песах. Не так тоскливо, так одиноко за праздничным столом. Ну не могу я больше без тебя. Я еду. Правда? Повтори. Я еду. 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 Протрите ваши циферблаты. Он едет, едет. Ах, старый маятник, замешкался ты снова и ворчишь. Вперед, вперед! Ведь скоро должен ты всем возвестить, что свадьба началась, что мы сидим под красным балдахином, и мазентов кричат со всех сторон. Мазалтов, Мазалтов, вы знаете, евреи, почему у Батхина сегодня нос краснее? Отвечу вам, сидит вот там нахал, который мне его разрисовал. Он, извините, не извозчик, ой, он, извините, не разносчик, ой, он не сапожник, не пирожник, он называется художник. Сидит его невеста. Ой, как ты, мое солнышко, прелестно. И умница, и скромница она. И будет верная его жена. Он увезет ее в Париж. Тут нет вопросов. Она заставит всех вот с этим красным носом.
А теперь Фрейлекс. Возвратили мой парижский паспорт. Градоначальник Витебский сказал, граница Европы, господин Шагал, закрыта. Придется подождать. Война. Война. Вот сломим шею кайзеру Вильгельму. Тогда... Когда тогда? Когда? Не знаю. 14-й год. 15-й, 16-й. Бои, окопы, канонады, вши. Раскинув руки, падают солдаты. И тащится по всей Европе поезд. Стучат колеса, дымный хвост струится. И в темном пломбированном вагоне в Россию революцию везут. Десятка лет. Зачем? Смеяться будешь, ангел. Поехал в Лувр. Действительно смешно. Хотел еще раз посмотреть на Босха. Нет. На Тициана. Нет. На Рембрандта. Нет. Тогда зачем? Весь Лувр ты в памяти хранишь. Что нового тебе открыть можно? Вчера, зайдя на кухню невзначай, я в руки взял ту маленькую штучку, с которой наша экономка на рынок ходит и, нажимая кнопки, подсчитывает стоимость продукта. Все ясно. Ты великий стал считать свои доходы. Нет, ангел, нет. Или сдержки. Нет. Недавно, говорят, ты отказался от заказа на 300 тысяч долларов. Да было дело. Если б поднажал, то вдвое больше мог бы отвалить мне нефтяной король Анасис. Ты понимаешь, ему вдруг на ум взбрело, когда он на Жаклин женился, чтобы им прогулочную яхту расписал Шагал. О, как бы он гордился этим. А я его послал ко всем чертям. Чтоб я его корыто малевал с таким же вдохновением, как витражи собора Реймского или плафон Гранд-Опера. Шагал не продается, знай. Ну-ну-ну-ну-ну, хорошо. Так что же ты считал на этой штучке? Да. Я повертел ее в руках, потом нажал три кнопки. 3, 6 и 5. Ведь столько дней в году. Потом умножил на число годов прожитых. И получилось... Сколько? Много, ангел, очень много. А тех оставшихся? Сколько?
совсем наперечет. И ты помчался в луг? Ну да. Зачем? Не смейся только, представить захотелось, где буду я висеть, и как все это будет, когда меня не будет. Да очень просто. С фантазией твоей неужто не представишь? Мадам Антуанетту, например, ведущую экскурсию по Лувру. Мадам Месье, мы с вами в зале Шагала. Родился, жил, любил, страдал, творил и умер. А сколько прожило? 2 лет великий мастер не дотянул до своего столетия. Ай, хотел я руками своими объять всю вселенную разом. 35 000 дней мне отпущено было на это. 35 000 солнц по утрам зажигали мне краски. 35 000 лун назаряли ночи мои. 35 000 раз умирал я и вновь рождался, чтобы видел во сне краски нового дня. Налево посмотрите и направо. Великолепный колорит, фантастика, гротеск, великолепный сюр. Ой. Супрематизм. Ой. Кубизм. Симультанизм. Изм, изм, изм. Мне измы эти равно чужды. По-моему, искусство – это состояние души. Она свята, душа, она свободна. Мадам Антуанетта, душа творит стихийно, и в ее палитре среди многих красок всегда есть цвет, дающий смысл жизни и искусству. Цвет любви. Цвет любви. Великий. Гениальный, выдающийся французский живописец Марк Шагал. Французский? Кто сомневаться может в этом? Но ведь он родился, кажется, в России, никогда не покидал ее в душе. Ну, про душу я не знаю, но родина ему сказала «вон» и с корнем вырвала из сердца, кто спас его. Париж? Кто сделал знаменитым? Россия или Франция? Месье, наверное, забыл об этом. Да-да, я, кажется, забыл. А знаете ли вы, что незадолго до смерти он приезжал в Москву на выставку своих картин? И в голубых глазах его стояли слезы. Так, кажется, писали все газеты. Слезы, ностальгия, я согласна. Но почему? Скажите, почему он не поехал в свой любимый Витебск, столицу очарованного царства, которую полвека не видал, а? Молчите. И был билет, и только ночь пути. Так почему же, чиркнув спичкой, он сжег его и прилетел назад, в Париж? Не знаю почему. Отстаньте, не мучайте меня. Мадам месье, прощаемся с Шагалом и переходим в следующий зал. Не мог поехать. Заболел. Быть может, простудился. Или схватило сердце. Да, схватило сердце, когда увидел перед музеем на Волхонке тысячи людей, пришедших на Шагала. Я не хотел тебя увидеть, город. Нет краски, нет картины у меня, в которых не струился бы твой свет. Я никогда с тобой не расставался, как с мамой. Сынок, ты был так близко и не приехал на мою могилку. Ты вновь идешь ко мне по витебским горбатым улочкам и улыбаешься совсем как я. Она моя улыбка эта. Твоя, сынок, твоя. И папина немножко.
Помнишь, как приходил он вечером домой в канун Святой Субботы и, вывернув карманы, раздавал подарки вам? Миндаль, и груши в сахаре, и пирожки. Чего там только не было в карманах этих, а он глядел на нас, гольчат голодных, и в бороду свою нестриженную сроду беззвучно улыбался. Под снегом где-то рядышком лежат святые, непогасшие улыбки. Где камень? Хацкель Мордухов шагал. Где камень фей Гаита? Где? А папа умер так. Нес бочку тяжеленную через дорогу. И не заметил, как из-за угла машина грузовая вывернула и нас. Я прибежала. Хазя! Хазя! А он уже хрипит. И в папиной крови селедка размазана по мостовой. Где это было, мама? На Старомонастырской? На улице Буденного, сынок. Старомонастырской нет в помине. Все улицы теперь у нас другими стали. Коммунистическая вместо Богословской. Канатной нет. Вокзальной. Петербургская. А наша как, Покровская, осталась? Она теперь с Дзержинского у нас. А та, где синагога, помнишь? Какая синагога? Теперь ни синагог, ни тех, кто в них молился. Лежат в лесу за городом во враге и руки простирают к небесам. Мне страшно, мама. Ведь вроде город есть, все так же называется на карте, ведь на самом деле нет его. Он умер, сгинул, как Помпея. А этот новый, он совсем другой. Куда бы я приехал, мама? Куда бы я приехал, мама, на пепелище грез своих, чтобы разрывалось сердце? Ведь даже камней надгробных на могилах ваших я не нашел бы. Да, чиркнул спичку и сжег билет, чтоб навсегда остаться в том городе, где по-прежнему на улицах малиновых живут раввины, водовозы, прачки, где скрипачи пиликают на скрипках для кротких фиолетовых коров. Там, на груди коричневого неба, увижу облако, плывущее навстречу. Оно протянет руки, улыбнется. И я тогда пойму, что это ты. О, Марк! О, Белла! Я вновь тебя увидел, знаешь где? В Москве. На выставке Шагала. В запасниках у них пылились мы с тобой, любимая, почти полвека. И вдруг открыли
Двери выпустили нас, как арестантов, на свободу. Наконец-то! И мы взлетели снова. Художник и его невеста. И люди, смотревшие на нас с улыбкой, украдкой вытирали слезы. О, Марк, ты научил меня летать. А может быть, не я, а время? Нет, я помню этот день. Ты только что приехал из Парижа. И скрипачи готовились сыграть на нашей свадьбе Фрейлекс. В тот день в руках моих цветы ищу, куда бы их поставить, а ты накинулся на холст. Дрожит он под твоей рукой, так унаешь кисти. Красный, синий, белый, беснуются и пляшут краски. Я втягиваюсь в их поток, и вдруг ты отрываешь меня от пола и сам срываешься в порыве, как будто тесно в комнате тебе. Ты вытянулся, ты плывешь наверх. В твоих глазах я слышу песню неба. То царь Давид перебирает струны своей прекрасной арфы, и кажется ему, что он зажег еще одну звезду на небе. Когда вползала ночь в нехитрый наш альков и простиралась рядом с нами, гасили мы бесстыдную луну, и свечи белые цветов под ними ж были свидетелями наших тайных ласк. Она лилась к тебе, моя любовь, на волосы, глаза и руки, перетекая вся в тебя, моя жена. Любимая моя, миндалина сладчайшая и горькая, жена моя, любимая моя. Сладкую водичку. Не нравится? А что прикажешь делать? Нет молочка у мамы? Нет. А ведь согреться надо. Ты как ледышечка совсем. Вот я вчера последнее полено в печку бросил. И всю ночь мы спали, как в лесу. О! Вот только без луны и облаков. К утру твою кроватку снегом занесло. И папа очень испугался. И, честно говоря, заплакал. Ведь у него глаза на мокром месте, у папы твоего. А вот сейчас смотри, его глаза смеются. Давай-ка папу нарисуем, а? Давай. Ты полежи вот здесь тихонько, ладно? Вот. Вот так тихонечко. Молодец. Вот умница. А я тебя... укрою. Вот так. Вот так. Я слышу трепет крыльев. Ангел, это ты? Приди ко мне, помощник мой крылатый. Дай мне лозу берлинскую, ту самую, которую я приготовил когда-то для себя. Эй, ангел! Ангел, слышишь, где ты? Ангел! Шагал? Шагал. Художник? Вроде. А чё ж ты кличешь ангела, мужик? Чай образованный, а интеллигентный, а в Бога веруешь. А ну-ка, давай-ка вспомним наш пролетарский гимн. Никто не даст нам избавления. Ну, подтягивай, давай, чё молчишь? Ни бог, ни царь, ни герой. Вот как. И запомни,
Ни ангелов, ни Бога нету. Все выдумки поповские, чтобы простой народ колпачить. Понял? Ага. Так. Ну, посмотрим, что ты тут малюешь. О. Ой. Ой, ты умора, а? Вот чудище какое, а? Ну, ничего. Карикатуры тоже сгодятся рабочей власти. О, Господи, ты дал талант, мне так считают. Но почему ты поскупился мне подарить внушительную внешность и голос зычный, и мускулы такие, чтобы мог постоять и за честь свою, и за тебя, о Боже? Ты что там молишься, мужик? Да кто вы, черт возьми? И по какому праву? Кто разрешил вам? Сама себе право дала, сама себе все разрешила. Ох, эй! Ой, напужался-то как. Ну ладно, давай знакомиться. Люция. Революция. А в народе просто Лушка. Пошли со мной. Куда? На улицу! К народу! Будя коптить своим талантом небеса, там, за твоим окошком, кровавый бой кипит с буржуйской гидрой! Ты за царя или за нас? А? Что? За красных, аль за белых? И вы знаете... Я знаю. Ты за нас! Эх, ма! Поехали! Что я вижу? Идочка, дочурка. Рвется, а он себе детей строгает. Отдыхни. Ну, коли так, запишем в октябряты и будем строить с нею новый мир! Люция, революция. Да-да, ты позвала меня с собой. Куда? Зачем? В народ. С детства я боялся многолюди, ревущих глоток, диких красных лиц. Толпа всегда погром. Толпа всегда расправа, убийство, кровь. Зачем художнику она? По мне ни шума, ни пулеметной трескотни, ни воин. Сидеть бы в парке на скамейке, или на крыше, или в синагоге у раскрытого окна. И чтоб глаза души раскрыты были миру, и красок, чтоб побольше живых, поющих. Чтобы писать невероятные картины. А для чего же новая эта жизнь нужна? Ведь правда, Белла? Белла. Белла. Марк, пишу тебе в Москву, не знаю, дойдет ли до тебя мое письмо. Отчаяние. И руки опустились, и слезы перехватывают горло.
как описать тебе весь этот ужас, весь кошмар того, что здесь произошло вчера. Автомобили местного ЧК остановились возле освещенных витрин, и солдатня вломилась в папин магазин. Отец стоял, окаменевший, шепча молитву. А бандиты швыряли на одеяло, брошенное на пол, и кольца, и часы, и портсигары. Все-все. А ночью к нам в квартиру ворвались. Срывали половицы, протыкали стены, забрали серебро. Все, до последней ложки. Соседка деревянная дала. Отец поднес свою карту и уронил. И все б стекали слезы. У Достоевского ты помнишь, Марк? Коль Бога нет, то все дозволено. На эту тему я выпускное сочинение писала. Теперь ни типографской краской, ни почерком моим неровным детским, густой липкой кровью написаны слова пророка. Как дальше жить? Не знаю. Марк! Быть может, Луначарский похлопочет, чтоб разрешили выезд за границу. Дров нет по-прежнему. Кормить малышку нечем. Осталось полстакана крупы пшеничной. Привези хоть фунта два конины. В Москве я слышала, как будто есть она. Любимая, волнуюсь, что случилось? Ни строчки от тебя за целый месяц. Как вы живете? Как малышка Ида? Ночей не сплю, я думаю о вас. Меня сегодня принял Луначарский. Он знал меня когда-то по Парижу. Нарком с тех пор ничуть не изменился. Пенсне, бородка и улыбка. Фавна. Я помню миленькие картины ваши. Писал о них статейки. Да не все я принимал тогда. И нынче не приемлю. Причуды, нарочитость, бред, загадки. Нет, увольте, это не мое. Вы маленький безумный Гофман около витебских трущоб. Так окрестил я вас когда-то. Но вместе с тем мне нравилось, шагал фантазия причудливая ваша, какой-то праздник, озорство души, фантом. Кто, как не вы, шагал, должны быть нынче с нами. Нет, за кордон я вас не отпущу. Засучивайте рукава, голубчик, в свой Витебск вы поедете с мандатом уполномоченного по делам искусств. Я вышел из Кремля, и здесь случилось чудо. От тела отделилась голова и вверх взлетела, словно легкий шарик, подхваченный безумным ветром. Ну что ты скажешь, милая, на это? Что делать мне с безумной головой? Я нужен революции. Мы с ней, наверное, одной и той же крови. Мы любим все перевернуть вверх дном. Я мчусь домой, забот теперь по горло. Во-первых, Академия искусств. Да, в нашем Витебске. Да, в нашем захолустье. Мы соберем юнцов самозабвенных, девчонок босоногих. Я скажу им, берите кисти, краски и мольберты, цветущие, как вешний сад, палитры. Я научу вас новому искусству. Рисуйте революцию, друзья, ей скоро год. Мы устроим праздник зеленый, желтый, красный, голубой. О, город!
Дай нам стены твоих домов убогих, заборы и плетни, клаки рынков, хмельным вином своих веселых красок мы все заставим танцевать и петь. До скорой встречи, любовь моя, твой сумасшедший Марк Шагал. Боже, где ты? Черт возьми! Шагал! Отсюда вся зараза! Слышь ты, Мазила! Ответишь перед трибуналом, что революцию обгадил. По улицам ходил? Ходил. Полюбовался почкотнёй своей? Полюбовался. Придется отвечать. За что? Ты, Мазила, контрик, ты что, в кошки-мышки вздумал тут со мной играть, а? Тебе приказ был спущен украсить город ко дню октябрьской годовщины. Героев, павших за свободу, прославить. А живых призвать к борьбе за власть советов. А ты? Что сделал ты? Привел на улицы каких-то коз беременных, коров зеленых, коней с хвостами, как у петухов. Ты саботажник. Где-то только списал этих чудовищ. И ты! Я думаю, в стране советов животные имеют равные права с людьми. Вот, например, корова. Она на самом деле философ. Удивительный и мудрый, но только очень скромный, молчаливый. Шельмелиш! А вот перед каждой лошадью готов я на колени встать и поржать немножко, чтобы улыбнулась мне она в траву. Слушай, ты псих или как Зюзя? Скорее псих, товарищ комиссар. На Песковатиках, где я родился, был рядом с нами сумасшедший дом. Микробов там по воздуху тучи летали, а я, разинув рот, их, видимо, глотал. Слушай, заткнись, брехло. Да вот еще, меня собака в детстве покусала. Такая злющая, почти как вы, простите. Наверное, бешеная. Я чуть-чуть не умер. Куснула бы я тебя, так точно сдох. К врагам породы вашей я жалости не знаю. Ну как угораздило тебя? Напротив памятника Марксу. Марксу. Намалевать зеленую корову с теленком в брюхе. И при чем тут Маркс? Я Маркса не читал. Простите. Знаю только, что носил он бороду седую и был евреем. Евреем он не мог быть никогда. Ну, а зелень? Ой, как вам объяснить? Не знаю даже. Слушай, ну почему телок просвечиваться должен в коровьем брюхе? Ну почему? Летают рыбы в небесах. И где ты видел, чтобы мужик держал барышню целую на плечах, а? Вы знаете, сказал однажды Дега поэту одному, у вас серьезный недостаток. Вы все понять хотите. Кто? Кто сказал? Дега. Чека. ЦК. Дега. Не знаю. Слушай, ну ты не ответил на мои вопросы. Ну почему? Не знаю, почему. Я не знаю. Если у меня в Париже друг Сандрар, поэт, большой, звонкий, он носит разноцветные носки и пишет вирши, которые никто не понимает. Хороший у тебя дружок. Хулителям своим он дал ответ в стихах. Так, не темни, давай по делу. Он за меня сказал, Сандрар. Одним лишь только словом. А почему я так пишу? А потому, вы поняли? А потому, а потому, а потому, а потому, а потому, а потому, а потому. Молчать! Читаю приговор. Шагала Марка, бывшего уполномоченного по делам искусств, за саботаж октябрьской годовщины, за извращение марксизма на улицах и площадях и на заборах.
подвергнуть выдворению из города немедленно со всей семьей в 24 часа. А мы тебе так доверяли. Гад ползучий. Засохли кисти, пожухли краски. Забыв себя, мечтал я город твои дома в музеи превратить, а голос вдохновенный твоих детей до неба донести. Глупец. Все кончится скандалом и разрывом. Так говорила ты, любимая моя. Ты все предвидела. Все так и вышло. Я понесла на Менку два колечка и брошку мамину. Откуда ни возьмись, милиция, свистки, облава. Меня и нескольких торговок задержали. В участок повели. О, Боже! Я умоляла. У меня ребенок. Отпустите, ради Бога. Хотела я только кольца обменять на масло и на вязанку дров. Пустите. И отпустили. Только без всего. Все отобрали. Ах, милая, сказала мне одна из женщин, когда мы обе вышли из кутузки. Красючка ты, картинка расписная, да ты бы только бровью повела, и все б твое бы при тебе осталось. Однажды говорит, с мукой я еду, мешков, наверное, 40 было, вагон товарный, я одна. А тут патруль. Возить муку запрещено, кричат мне. Ты что, не знаешь, вот указ. Ну, что мне было делать? Я легла. Все 25 прошлись по очереди. На силу встала. Зато мешки все 40 довезла до места. Ведь это было не с тобой, с ней. Ты просто говоришь ее словами, правда? Родной, конечно, успокойся, да Бог с ними, с кольцами. Белла, мы оба здесь чужие. Да, на улицах снимают твои плакаты. Толпа на площади топтала всадника с трубой. Мы не ко двору, Белла. Нас выгоняют, Белла, быстрее. Собирайся, милая. Осталось 7 часов. Быстрее, прошу тебя. Пусть выгоняют коз моих зеленых с глазами ангелов. Пусть режут крылья лошадям и рыбам. Я вновь рожу их на полотна. Им плохо там, где плохо мне. Куда мы, мать? Не знаю. Париж, в Берлин, в Варшаву. Я душу сохранить хочу. И распилают на Голгофе меня, безумца и отступника. Пить. Нещадно палит солнце Иерусалима, сжигая кожу и надежду, и кровь течет из ран. И падший ангел, глумясь и хохоча, мне губы смачивает уксусом и желчью. Палач, я пить хочу, я жить хочу, палач. Один глоток свободы и надежды.
почему, скажи, в печальном хороводе застыли вокруг меня эти плакальщицы восковые? Ты сосчитал их? 6. А разве можно отпеть покойника с 6 свечами? Их по канону должно быть сколько? 7. Я знаю. Так почему же на твоей картине мертвой лежит покойник прямо на земле и только 6 свечей вокруг? А где 7-я? Где? Ты уподобился всем критикам моим. Где, почему, зачем? Не знаю. Быть может, просто ты ошибся? Ну да. Не научился считать до 10. Не знаю почему. Толкнуло что-то. 6. Только 6, а посредине смерть. Ты слышишь, ангел? Будто бы пожар. Заволокло все небо дымом, пахнет гарью. Над крышей синагоги черный дым. Где синагогу видишь ты? Там Люксембургский сад, и синагоги нет в помине. Горит алтарь, пылают свитки Торы. Седых раввинов топчут сапогами, и люди бегают, зовут друг друга, плачут. Смотри, в огне собор Ильинский, 5 куполов в дыму пожара. Ты бредишь. Там Париж сияет тысячу огней. Нет, нет, ангел, Витебск в пламени. Опомнись, ты 10 лет уже в Париже, а Витебск – прошлое твое. Нет. Вот Эйфелева башня. Видишь? Плас Этуаль и Плас де ля Конкорд. И музыка несется из ночных кафе, шуршат машины. Смеются женщины прекрасные, Париж умеет веселиться. Черт возьми! Нелепый сон. Конечно же, Париж. Нарядный, как жуир, беспечный, как кокотка. Но почему же Гарри Смрад ноздрями чуял я? Горели лавки и заборы, горели люди, факелы живые. Пылало все вокруг, все превращалось в прах. Вечерний выпуск «Фигаро», ты слышишь, Марк? В Берлине сгорел Рейхстаг, неведомо кем подожженный. Нацисты в бешенстве вопят, кричат, клянутся растоптать виновных. А кто поджег? Ты разве не понял? Мы? Кто? Что? Мы с тобой? Шагал и Белла? Мы, что ли, спичку там зажгли? Какая глупость! Мы, те, у кого черепа иные, и нос не римский, курчавые волосы, кровь библейская течет по жилам. Вот пишут, слушай, на кладбище взрывают надгробья, громят еврейские магазины и жгут, и жгут, и жгут! Мне страшно, Марк! Здесь, в Париже, нам ничто не угрожает. Чума границ не знает, дорогой. Да ты с ума сошла. Нацисты придут сюда, в великий вечный город, на Елисейские поля, Версали, в Лувр. Наивный козлик мой, они уже пришли. И знак чумы, коричневый полук, пришлепнут на входной двери. У нас? У нас. Стереть. Содрать, замазать, соскоблить. Я не хотела говорить, но я пыталась красками твоими закрасить ужасный знак. Все напрасно. Взять надо таиндиго черную или смешать сиену с умброй. Смешала. И что же? Он ожил вновь. Ах, я черный виноградный затереть. Не помогло. Он щупальца свои убрал сначала, а после выкинул их с новой силой. Так ты... Ты хочешь мне сказать, что... До сих пор он там, и что бессильны краски против паука. Музыка солнца и музыка неба, краски мои, могут смеяться и плакать подчас, краски мои, могут родить Тициана и Моцарта, краски мои, могут летать над лугами и петь, краски мои. Только не могут розы в саду растоптать, краски твои. Только не могут в стаде бежать краски твои. Только не могут поджечь и убить краски мои. Краски мои! Краски мои! Костры горят.
сжалось сердце, чуть обгоревшее, чуть дышащее, но все еще живое сердце. Вот все, что мне осталось от твоего портрета. За что сожгли тебя? За что? Меня купил в салоне адвокат. Привез в Берлин, повесил в кабинете. Однажды вечером к нему в квартиру ворвались пьяные штурмовики. Скрутили, на пол бросили. Он защищал в суде какого-то еврейского врача. Как избивали адвоката, Марк. Какой-то штурмбанфюрер из гестапо сорвал меня со стенки и в моей же раме повесил Гитлера. А я оказалась в каком-то темном складе, на полу, где рядышком шуршали крысы. И вдруг из темноты на свет. Я на стене, вокруг картины. Глазам своим не верю. Ренуар, Матисс, Ван Гог. Неужто чудо, думаю, свершилось? О нет, все казалось жутко просто. Искусство идиотов. Так называлась выставка. Табличка подо мной была прибита. Шлюха еврейская. Художник. Шизофреник Марк Шагал. Скоты. А после, на площади, у самой оперы, костры зажгли молодчики в коричневых рубашках, и тысячи звериных глоток пели. Когда по ножу течет еврейская кровь, мы счастливы вновь, мы счастливы вновь. Меня схватил юнец без усы и громко крикнул: «Я предаю огню еврейскую картину за проповедь уродства, за разврат!» И бросил в пламя. Я слышала ликующие крики: «Гори Сезанн! Гори Ван Гог! Гори Пикассо! Гори, гори, гори!» Вдруг небо распахнулось надо мной, и что-то подхватило вдруг меня туда, где облака и синева небес. Нет, ангел, нет. Она ушла не так. Дай мне хоть раз еще ее увидеть. Чума пришла в Париж. Чума гналась за нами. Сыновья Бетховена и Гёте теперь в печах сжигали не полотна моих сестер и братьев, живых людей. О, Боже! Неужели 6 свечей в моей картине давней? 6 миллионов душ, а посредине смерть. Бежим! Куда? Через испанскую границу, она еще открыта, говорят, быстрей! И старенький кораблик, помнишь? Пыхтя нас перевез через океан. Я снова вижу клинику в саду и длинный коридор и белую палату, куда на цыпочках в то утро я вошел в последний раз и сел с ней рядом. О, Марк! О, Белла! Я помню каждый миг, что нами прожит, как будто все произошло вчера. Вчера. Вчера мои глаза увидели тебя впервые. Вчера. Вчера ты мне свидание назначил. Вчера. В саду,
Я ночь дышала резидой. Вечер. Сад. Месяц. Ты. Сказка. Ласка. Резиды. Поцелуешь. Или обнимешь. Или скажешь. Отойди. Губит ласка. Любит вечер. Запах сада. Резиды. Мне душно, Марк. Какие-то круги стоят перед глазами. Нет, не хочу. Не дам, чтоб ты ушла. Зажги седьмую. Нет. Мне без седьмой свечи дороги не найти в безоблачной пустыне. Нет. Что я скажу служителям небесным? Скажи, что старый грешник тебя не хочет отпускать. Да, грешник. Грешник. Разве закрыл глаза родителям своим? Или помолился на их заброшенных могилах? Разве я видел мир таким, каким его Создатель сотворил? Нет. Я дерзнул в своей гордыне перевернуть твою вселенную, о Боже. Влюбленным парочкам я отдал небо, то небо, которое ты предназначил птицам. Услышь меня, Всевышний, и прости за головы, летающие в небе, за то, что дал руке 7 пальцев, за то, что пережить посмел свою любовь. Прости. Зажги седьмую, Марк, прошу тебя, скорее. Спасибо. Как хочется туда. И сердце стало легким-легким, как будто воздух голубой набрался в грудь. Хочу взлететь в последний раз. О, Боже, дай мне силы. Летим! Летим, любимая, летим. Thank you.
спасибо.